Привет! Меня зовут Соловей Лёня. Это мое первое видео на YouTube. Сегодня я вам расскажу, какие бывают большие звезды и планеты. Кстати, мы находимся в планетарии. Здесь можно увидеть космос. Ну что, готовы к путешествию? Пристегните ремни безопасности и вперед! Сейчас мы будем сравнивать планеты по размерам. Это Плутон, а вот там астероиды, это камни. А вот это спутник нашей Земли, Луна. Меркурий. А вот это вот планета Марс. Венера. А вот это вот наша Земля. Вокруг нее вращается Луна. Это спутник. На нем люди. Обратите внимание, что у Урана есть кольца, как и у Сатурна, но они не такие видимые. Это значит, что не такие толстые. А вот это вот наша звезда Солнце. Вот это вот модель Солнечной системы. А вот там наша Земля. Вы смотрите, какая она маленькая. А сейчас мы будем Солнце сравнивать с другими звездами. Вот это вот Сириус А. Оранжевый гигант Полукс. Обратите внимание, Солнце уменьшается, уменьшается. А вот это вот голубой сверхгигант под смешным названием Пистолет. А вот это вот красный сверхгигант Большого Пса. Боинг 1000 километров понадобится ему 225 лет, чтобы облететь эту планету один раз. Километров в час. А это одна из самых больших звезд щита. И вы посмотрите, Солнце какое маленькое! Все, а дальше вы путешествуете без меня.